Послышалось шуршание юбок, и прихожане, стоявшие во время молитвы, вновь уселись на скамье. Однако Том не слишком наслаждался молитвой. Он лишь терпел ее, как неизбежную скуку. Ему не сиделось на месте. Во время богослужения на спинку передней скамьи села муха. Эта муха истерзала его. Она спокойно терла свои передние лапки и прерывала ему голову так, что та чудо не отрывалась от тела. Потом задними лапками она чистила и скоблила крылья, словно фалды фрака, чтобы не плотнее прилегли к ее телу. И весь свой туалет она совершала так спокойно и медленно, словно знала, что ей ничто не угрожает. Да и в самом деле ей ничто не угрожало. Хоть и дома и чесались руки сцапать муху, он не решался на это во время молитвы, так как был уверен, что он погубит свою душу на веки веков. Но лишь только священник произнес последние слова, рука Тома сама собой прокрылась вперед, и в ту минуту, когда прозвучал аминь, муха очутилась в плену. Но тетка заметила этот маневр и заставила выпустить муху. Вдруг Том вспомнил, какое у него в кармане сокровище, и поспешил поскорее достать его оттуда. Это был большой черный жук с громадными страшными клешнями. Жук-кусака, как называл его Том. Жук хранился в коробочке из-под пистонов. Когда Том открыл коробочку, жук первым долгом впился ему в палец. Понятное дело, жук был отброшен прочь и очутился в проходе между церковными скамьями. Тут в церковь вошел Пудель, тоскующий, томный, разомлевший от летней жары. Чуть только он увидел жука, его унылый опущенный хвост тотчас же устремился вверх. Пудель осмотрел свою добычу, обошел вокруг нее, прицелился и хотел было укусить, но промахнулся. Он повторил свою попытку и еще, видно, это занятие полюбилось ему. Он сел на пол так, что жук очутился у него между двумя передними лапами и продолжил свои опыты. Но вскоре пес позабыл о жуке. Постепенно голова его поникла на грудь, а подбородок коснулся жука, который вцепился в нее. После отчаянным свизгом мотнул головой, и жук отлетел на два шага, упав на спину, не умея перевернуться. Те, кто сидели рядом, тряслись от беззвучного хохота, а Том был безмерно счастлив. Вскоре пес попытался развлечься мухой, но, к сожалению, в ней не было ничего интересного. Он побродил по залу, совсем позабыл о жуке и преспокойно уселся на него. Раздался безумнейший визг. Пудель заметался по сторонам, и чем быстрее он метался, чем сильнее росла его боль. Вскоре он превратился в обросшую шерстью комету, которая металась со скоростью света. Кончилось все тем, что обезумевший страдалец метнулся на колени к своему хозяину, а тот выгнал его через окно. Том Сойер шел домой веселый. Одно лишь омрачало его радость. Хоть ему и было приятно, что пес поиграл с его жуком, но зачем же негодный щенок унес того жука навсегда? Право же, это нечестно.